Приветствую, друзья, с вами Павел Первый, и сегодня я решил завести для вас немного трэша. Как и давно мне скидывали вот этот пак карт, компания, если можно ее так назвать. Я полагаю, что это что-то очень трэшовое и ржачное, потому что это скидывал, по-моему, тот самый чел, который делал кампанию про короля мертвых, что ли, в мультиплеере, когда мы с Ламердом гоняли, да? Если помните, аутфаги, серия про короля мертвых курильщика, по-моему, так это называлось. Вот, и вроде от того же автора, и, следовательно, я полагаю, можно ожидать тут все что угодно. Ну что ж, давайте не будем медлить и начнем. Сильвана захватил Ордерон, но прибыли Ау и Орден и захватили Ордерон. Что? Уже какая-то дичь идет. Сильвана отступила в Подгород, теперь они уничтожат Ау и Орден. Ладно. И чё? А ролик там не нужен нам, да? Знаете, мне это кое-что очень сильно напоминает. Проклятие отрёкшихся. Вот прям один в один. Все. Я здесь? Ну, точнее, не один в один, а попытка воссоздать один в один, это все непонятно зачем, правда. Я согласна. Ну, а тут вам и без старта ролика, и без чего-либо еще. Я слушаю. Вот так вот просто берем. И начинаем. Приказывай. Конечно. Ну что же, ладно, попробуем эту дичь забористую пройти. Я слушаю. Так, стопы. Чего, блин? Какого черта этот мост в воздухе висит, а? Че за херня? Нужно больше золота. Что тут вообще происходит? Так, свиток исцеления. Я слушаю. Ну так как я более чем уверен, что переноситься я никто слушаю. Не будет. Эй, это трэш. И профессионально мы это что не проходим. Тебе? А, так это еще и клыки, а не маска смерти. Вот да блин. Вершина. Разумеется. Два рыцаря. Говори. Так, надо одного только выманить. Прочь с дороги. Разумеется. У меня мало времени. Ты звал меня? Я слушаю. Приказывай. Так, теперь его надо выманить. Я согласна. Иди сюда. Разумеется. Я слушаю. Да свершится лесть. Говори. Горе побежденным. Здрасте. А вам что надо? Я вас не звал. Я так, ух, твою же налево, а. Мудрый вывод. Так, понятно. Я слушаю. Приказываю. Иди отсюда лучше по-хорошему, Бариматос. Так, уровень ограничили, что ли? Покажи мне путь. Интересно. Я здесь? Да блин, а. Мудрый выбор. Так, ну ладно. Есть. Какие-то камни тут. Боже ж ты здесь? Мой, а. Разумеется. Постройка завершена. Постройка завершена. Так, тихо. Постройка завершена. Золотой рубин. Постройка завершена. Здорово, парни. Чё делаем? Ты звал? Ой-ой-ой-ой, куда вы пошли? Говори. Я здесь? Тут повозки, а.
Я слушаю. Мы потеряли Варика. Ды, хардкор. Алтаря-то нет. Склоняюсь. Исследование завершено. Никто не уйдет. Классные копейщики. С анимацией-то выстрела даже. Чуть-чуть отойдем. Ой, да ладно. А паутинки-то нет у нас. Я согласна. Здесь только источник магии. Ну, ок. Есть. Я согласна. Господи, я только сейчас обратил внимание. Все квадратное. Квадратные углы. Господи, а. Автор чё, Майнкрафт переиграл, что ли? А ты кто такой? Охренеть. Какой-то жердяй. Внезапно перевоплощаюсь спустя 2 недели. И мы продолжаем. Так. Чё мы там, на чём остановились? У нас тут вонючий пау. Ай. Разумеется. Чё творишь, гад? Я слушаю. Отлично. Наш герой приятен. А у меня Сильва сдохла. Во имя Руба. Вы звали меня. Так, где алтарь? Алтарь, алтарь. Я жажду служить. Так, ну все, наконец-то огреб. Чего желаешь? По идее, тут вряд ли есть какие-либо условия победы. Это мы вообще можем на все это дело плюнуть. Формальности чисто. Я же... Вдруг тут есть какие-то условия победы, мало ли. Надо проверить на всякий пожарный. Так, что ж, полагаю, что нет, поэтому можем... Ова. А, по-моему, я видел ее, да? Ну, чё, получается, вы могли просто троповодками пробить путь сюда и уничтожить лагерь. Вот и все. Да. Ну что ж, это была первая часть, переходим ко второй. Глава 2. Отрекшийся... Теперь мы не нежить, а отрекшийся. Альянс Плеть. Стоп, я только сейчас заметил. Проклятие. Отрекшийся. Отрекшийся. Так, ладно. Помощь для проклятых. Вскоре Сильвана пересекла границу Серебряного. Боря. 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 Серебряный Боря. К западу от подго... от подгорода. Она рассчитывала пройти незамеченной, да однако Алый Орден укрепился в этих местах. Я слушаю. Незамечено. Где-то в углу мира за вратами. Почему бы и нет? А где твой ручной пес, Вари Матрас? Сильванка. Остатки плети. Разумеется. Блин, исследований главное нет, а? Оборотни. Я здесь? А вы кто такие? Лорд Темный Коготь. Оборотень Воин. Укажи мне путь. Ну ладно. Может, они к нам должны были присоединиться и что-то сказать? Я здесь? Да будет так. Ай, блин. Жирные души воды. Вот их для полного счастья не хватало.
остатки плети. Мудрый выбор. Блин, драться под таверками идея не очень. Блин, опять сплошные таверки, а? Как вы меня заколебали. 5.25, а? Да чтоб тебе. Враг не уйдет. Так, тут у нас что, опять оборотни? Оборотни, помогите нам! Да будет так. Чё за дела, а? Я согласна. Укажи мне путь. Эх, да кто вообще так. Такие, ребят? Блин, и как мне с этим бороться? Я слушаю. Я здесь? Мудрый выбор. Ну, жопа мне. На нас напали. Укажи мне путь. Я жду. Тут только пробегать, если... Я здесь? Я согласна. Мудрый выбор. Я согласна. Да будет так. Лучше пускать так будет. Охерительный краешек карты. Есть. О, здрасте. Привет, чуваки. Вы кто? Я согласна. Разумеется. Я слушаю. Похоже, это наш финальный, так сказать, билет отсюда. Есть. Разумеется. Жуть. Закрыто. Опять какая-то сова. Что за сова? Второй гову нас преследует. Видимо, это все. Ладно. Мы из Серебряной Бори уходим. И переходим в третью главу. А куда именно? Селена приказал Вариматосу прибыть в Нортренд. И Вариматос застроил лагерь свой. Теперь они ждут известия Сильваны. Выбор Вариматоса. А почему у нас карта Сильвергарда Луносвета, а? Это же не Нортренд. Нахера Вариматос в Нортренд отправился? Как вообще Сильвана ему приказала, а? Так. Ты звал меня? Да чё ты эти орочи клыки ему пихаешь, автор? Я жажду служить. Нужно больше золота. Мёртвые служат тебе. У меня мало времени. На еду. Говори. Блин, темно как в жопе негра. Разумеется. И все в квадратах. Блин, автор, ну хоть бы как в Короле Лича оставил бы какие-то тайные любовные письма от Сильваны Вариматоса. Хотя бы чтобы поржать капитально. А то так скука смертная. Разумеется. Да будет так. Прочь с дороги. Так, тут, наверное, клан Стальной Челюсти. Да будет так. Лагерь, я хотел сказать, тут, наверное. Но это действительно лагерь. Блин, пока мы шли, уже скелеты все рассеялись. Дороги. Отвалите. У меня мало времени. Разумеется. Так, столько. Где прольется моя кровь? Сколько ему надо? Ты звал меня? Жду приказаний. Постройка завершена. Такова воля тени. Говори. Горе побежденным. Жуткая 18+ с орком. Магорлис. Это чё за Риксар? Я слушаю. Верхом на Мише. Да. Жуть. Так. Он призывает еще Ми... другого Мишу. Ты чё, охерел станешь меня тут? Ты следование завершено. Нужно больше золота. Запрези его. Разумеется. Да вот гад, а. Чё-то шёл. Что тебе нужно? Пос
Постройка завершена. Встречай свою смерть. Постройка завершена. Мало времени. Говори. Не понял. Прочь, жду приказаний. Он кидается ножами. Воля тени. Еще и хиляет. Фу. Какой-то странный ворк. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Я жду. Что тебе нужно? Да будет так. А ты идешь хиляться, а? Постройка завершена. Ты звал. Все, думаю, достаточно. Что тебе нужно? На нас напали. Нужно больше золота. Ты звал меня? Согласен. Твоя воля тени. Во имя короля мертвых. Что тебе нужно? Тоже в третьей тоже, полагаю, орки. Потому что порчик не видно. Боевые топоры. В Нортранде. Чего? Так, а где в этом лагере сам вожак? А этот лагерь вообще практически пустышка. Вот кекоса. Говори. Ну, еще одна глава позади. И тут даже ничего нет такого. Проклятая сова, сколько ты за мной следить-то будешь? У меня создается подозрение, что эта сова все сделала. Сова поймет. И шатерцы. А, так. Че тут у нас? Какие-то оборотни, нежить. А че делать-то будем? Против оборотней драться, что ли? Но оборотни же недавно были нашими союзниками вроде. Что вдруг стало? Вскоре вожак Да ладно. Предал отрекшийся. И забер их в магических клетках. А тут Келтузет пришел. Чего? Келтузет-то тут при чем вообще? Он каким боком? Че он тут делает? Я слушаю. Приказывай. Пришел Келтузет, и что стало? Я слушаю. Враг не уйдет. Да свершится месть. Укажи мне путь. Ну здорово. Пощады не будет. Автор вообще как это продумывал-то, а? Получается, у нас врагов нет, что ли, или чё? Чё происходит? Килтузет, ты мне не друг, к сожалению, поэтому я тебя тоже убью на всякий случай. Вдруг тут секретный триггер. Ну, это вряд ли. Так, какая-то непонятная, невнятная дичь тут происходит. Предали и заперли, а как... отрекшиеся даже не догадались, что ли? Какие вот этот вообще из какой-то дыры пришел. Прямо ведущий к Сильване. Что за трындец? С чего все так упорото? Чего? А, здоров. Ты что тут делаешь? Охренеть. Я здесь? Пощады не будет. Так, ну-ка, сбогойствие. Прошу в студию. Я слушаю. Блин. С такими уродами его будет не просто одолеть. Дай. Да отвали ты от банши, а? Он еще с перерождением.
мудрый выбор. Я жду. Что сделано, то сделано. Вот так, весь сильфо. Должен быть левел ап. Укажи мне путь. Я согласна. О! Мудрый спасибки. Выбор. Разумеется. Есть. Я так понимаю, с двух сторон какие-то ключи. Союзники оборотней. Телохранитель. Я здесь? Какой-то хиленький телохранитель. Я здесь? Угу. Я слушаю. Да будет так. О. Я согласен. Слушайте, предметы падать начали, а? Приказывай. Что за дичь тут происходит? Это тоже телохранители? Ага. О, он один всего, да? Укажи мне путь. Приказывай. Да, ох, какой-то. Разумеется. Враг не уйдет. Есть. Мудрый выбор. Ну все, это типа, видимо, выход должен был быть. Еще одна глава позади.